Начинаем трансляцию второй игры между командами Строитель 13 и Строитель 14. Главой в пользу команды 14 года играют в красной форме они сегодня. Подача Ефимов. Минеев, передача на Якубова. Якубов. Сафронов вступает в борьбу. Мяч покидает пределы поля. Карпетян корпусом сейчас оттесняет. Передача на Загайнова. Карпетян через Ефимова. Хороший перевод. Минеев. Хорошая передача на Сафронова. Сафронов убирает мяч под себя. И неточная передача. Колесников. Минеев с мячом. Пропускает сейчас. Якубов, подача в штрафную. Марат, звук-то идет нормально? Минеев сейчас отбирает мяч. Подача в штрафную. Не доходит передача до Сафронова. Карпетян. Кидает мяч в пределы поля. Загайнов. Якубов будет вводить мяч из боковой на Карпетяна. Заганович опускает мяч. Иванов. Сафронов в стенку. Сафронов хороший заброс на Минеева. Минеев, Сафронов, Сафронов, дальний удар, и забивает Сафронов, сейчас Александр гол, вместо Иванова Артур на поле появляется, Афанасьев Иван, мы будем считать, что счет матча открыт, 1-0. Субтитры сделал DimaTorzok.
разыграла команда белых аут. Афанасьев с мячом. Заганов. Передача в центр на Минеева. Афанасьев на опережение. Сейчас убивает мяч в аут. Колесников. Не точно. Минеев. Хорошая передача на Сафронова. Наносит все-таки удар Александр. Хорошая передача в коридор. Разыграли сейчас наши игроки. Сафронов в центре борется. Петян. Хорошая передача на Минеева. Команда красных вводит мяч за боковой. Якубов первый на мяче. Минеев, удар поворотом. В ближнем углу сейчас вратарь красным вступает. Якубов сейчас перехватывает передачу.
Зидинов на поле появляется вместо Колесникова. Отворот. В команде красных смена. Сафронов с мячом. Передача на Минеева. Мяч покидает пределы поля. Минеев. Передача. Нету никого сейчас замкнуть. Кубов. Тараном сейчас Данер прошел двух защитников, но третий уже не хватило сил. Вместо Загайнова на поле появляется Краснов. Вместо Минеева на поле появляется Тихонов. Сохраняется Афанасьев сейчас мяч через дом. Гайзидинов. Якубов. Обратная передача. Очередной аут в пользу команды белых. Краснов. Хорошая передача на Сафронова. Сафронов на Тихонова. Надо убегать сейчас Тимофею. Аут в пользу белых. Сафин. Сафин Даниэль появился на поле.
заменил он Якуба Ладанира. Сафин. Отдача. Прерывает. Сейчас выбивает мяч на угловой красный. И Сафин Данияр будет подавать сейчас угловой. Подача. Карпетян через Ефимова. Доходит передача до Сафина. Сафин прострел. Кроме четырех защитников красных, там уже никого нету. Сафронов своевременно вернулся. Сафронов подачу в штрафную на Тихонова. Смена у красных. Минеев вместо Тихонова появляется на поле. Сафин. Передача центра на Минеева. Сафронов догоняет сейчас мяч на бровке. В последний момент защитник выбивает из-под ноги. Сафронов. Выходит один на один. Сейчас Сафронов. Долго готовился. Принимал решение сейчас Александр. Ефимов выбивает мяч за пределы поля. Еще один аут. Сейчас Данияр. Хорош, передача на Сафронова. Выход один на один. Удар. И 2-0 становится в матче.
падение уже Сафронов. Наносил удар. Сафронов на поле появляется. Гараев. Сафин сохраняет мяч. Газидин сейчас ищет продолжение. Находит Сафина. В стенку с Красновым. Гараев сохраняет сейчас мяч. Краснов в подкате сейчас убивает мяч за пределы. Точная подача в штрафную. Ефимов будет от ворот вводить мяч. Хороший заброс на Минеева. И Минеев один против трех сейчас. Николай. Находит Сафина. И Сафин сейчас передержал мяч. Тенер. И отыгрывает команда красных. Один мяч сейчас. 2-1. Не поняли друг друга. Газидинов с Ефимовым. Краснов сделал неточную передачу. Через дом Фанасьев принимает решение. Гараев сейчас теряет мяч. Красный будет вводить из боковой. Быстрый ввод. Еще раз. Не
теперь аут в пользу белых. Первый тайм закончен. Команды появляются на поле. Стартовый состав белых. Ефимов, Иванов, Карапетян, Якубов, Минеев, Загайнов, Колесников, Сафронов. Свисток. Второй тайм начался. Иванов на Сафронова. Сафронов с мячом. Дальше центр на Загайнова. Хорошая передача на Сафронова. Сафронов дальше катит на Загайнова. Якубов. Подача в штрафную. Колесников первый на подборе сейчас. Откровенно по ногам уже не успевает Чинякин. Сафронов. Убирает Сафронов сейчас мяч. Нога. Сейчас ударил соперника Александр. Штрафной будет. Очередной аут в пользу команды красных. Сафронов. Колесников с мячом. Заброс на Якубова. Очень сильно сейчас. Бывает Данир. Минеев успевает, делает передачу, некому замкнуть. Иванов с мячом сейчас.
обыгрывает двоих, троих. Подача в штрафную. Вместо Минеева на поле появляется Тихонов. Передача на Тихонова. Довольно-таки неточный удар сейчас Тимофей наносит. Карапетян здорово на перехвате сейчас играет. Через дом. Иванова. Сафронов с мячом. Два из защитника его атакуют. Загайнов. Передача на Иванова. Иванов врывается в штрафную сейчас. Обыгрывает двух игроков. Смещается в центре. Теряет сейчас мяч. Колесников сейчас подстраховал. Удар. Иванов на опережение. Еще удар. Штанга. Тихонов пытается через себя. Колесников первый на мяче. Подача в штрафную, Ефимов. Тихонов на поле появится Минеев. Никак Тимофей не хочет поменяться. Колесников обыграл троих, но не смог сейчас он вратаря обыграть. В команде красных смена.
Сафронова на поле появляется. Гараев. Перевод на Гараева. Обратная передача в центр. Минеев. Хорошая передача на Искандера. Не смог Искандер сейчас обработать мяч. Карапетян останавливает контратаку. Хорошая передача от Загайнова. Минеев. Выход 1-1. Сильно выше ворот. Минеев наносит удар. Красные быстро вводят. Хорошая стенка Гараева с Ивановым. Минеев, дальний удар. Вступает игрок. Вратарь в игру переводит мяч на угловой. Вместо Колесникова на поле появляется Гайзидинов у белых. Быстрый розыгрыш и потеря мяча. Красные будут водить из боковой. Минеев, хороший заброс на Гараева. Надо догонять Искандер. Сейчас мяч догоняет, обыгрывает. И, к сожалению, падает сейчас Искандер. Якубов на опережение сейчас прерывает передачу. Якубов Данир и делает счет матч 3-1. Он у нас всегда свежий, бодр. Свежий, вот. Столько тренировать, наверное, стоит.
Загаем. Сейчас меняем в центре. Колесников вместо Якубова появился на правом фланге. Убегает сейчас Радмир. Подача в штрафную. Минеев. Чуть-чуть точности не хватило сейчас Николая замкнуть эту передачу. Колесников. Сам обыгрывает сейчас Колесников. Удар в перекладину попадает Радмир. Головой в пользу команды белых. Подача. Ефимов сохраняет мяч для своей команды. Ефа, твой же мяч, ты чё? Нет, я не ударил. Но твой мяч. Отдали наш сопернику мяч сейчас. Загайнов разгоняет сейчас атаку. Иванов сильно принимает сейчас мяч. Карапетян. Хорош вперед. Нагараева. Передача в центр. Загайнов. Газидинов. Центр Закаинов. Падает Иванов, сейчас теряет мяч. И надо бежать в защиту сейчас Иванову. Загайнов. Хорошая передача на Гараева. Гараев, подача. Мяч покидает пределы поля. И в команде красных смена. Вратарь красных. Вводить от ворот. Коллективным отбором сейчас. Газидинов. Передача на Колесникова. Колесников. Хорошая передача на Минеева. Подача.
мяч покидает пределы поля сейчас. Красный пытается организовать контратаку. Гараев перехватывает сейчас передачу Гайзидинова. Гайзидинов на Колесникова. Колесников на Минеева. Дальше передача доходит до Загайнова. Отлично, разыграли. Сейчас Минеев. Удар, гол. Великолепная комбинация вот сейчас прошла у белых. Вместо Минеева на поле появляется Тихонов. Колесников сейчас с индивидуальным прессингом отбирает мяч. Не точно Тихонов сейчас сделает передачу. Сафронов появляется на поле вместо Иванова. На левом фланге. Гараев. Подача. Прерывает сейчас. Сафронов. Доходит. Передача Гараева. Сразу прессингует. Сафронов. Здорово. Четверых. Сейчас обыгрывает, делает передачу. Тихонов с мячом. Гараев. Хорошая передача сейчас на Колесникова. Колесников. Дальше передача на Гараева. Гараев. Удар. Ну и Марк справляется с этим ударом сейчас. Колесников. Дальний удар. И Колесников Радмир забивает сейчас гол. Вместо Загайнова на поле появляется Краснов. Последняя замена у красных. Потому что остается у нас уже практически совсем ничего времени. Тихонов с мячом. Передача на Колесникова. Вбивает мяч в аут.
Представляете, сейчас мяч Пиздинов. Хорошая передача на Гараева. Бежать надо сейчас Искандеру. Добегает. Передача в центр. Сафронов с мячом. Теряет сейчас Александр мяч. Отобрал обратно. Гараев перехватывает, передача. Колесников замыкает сейчас передачу. Гараев опять перехватывает, передача на Тихонова. Колесников выцарапывает мяч. Не точно. Газидин сейчас делает передачу. Сафронов. На себя сейчас Сафронов принимает передачу. Угловой. Не успевает сделать передачу на Гараева. Сафронов корпус. Карапетян. Теряется Тимофей мяч. Возвращает Колесников сейчас. Бежит команда красных в контратаку. Удар неточный. Снова на поле появляется Загайнов. Загайнов. Хорошая передача на Гараева. Гараев. Thank you.
Сафронов через дом. Перехват. И Финов. Флорен вступает в игру. Тихонов. Хорош. Заброс от Тихонова на Колесникова. Колесников догоняет мяч. Теперь обратно на Тихонова. Удар. И рядом со штангой сейчас мяч пролетает. Минеев появился на поле вместо Тихонова. И красные бегут в контратаку. Ефимов выходит из ворот, прерывает передачу. Сафронов с мячом. Ну, по времени 30 секунд у нас осталось. Ефимов. Минута осталась по времени. Лев. Лева, минута осталась по времени. Минеев, передача на Колесникова. Колесников, подача в штрафную. Гараев. Еще раз Гараев. Нет, не получается сейчас уже Искандер нанести удар, накрыли его. Ну и все, время у нас по секундомеру подошло к концу. Загайнов. Хорошая передача на Минеева. Минеев. Рядом со штангой сейчас мяч прилетает. И все. Время закончено. Матч окончен. Thank you.